Всем привет, дорогие фанаты Эльдора. Только что завершился матч Джиноа Кротона. Закончился он разгромной победой команды Эльдора Шамуродова. Эльдор вышел в стартовом составе и провел на поле 61 минуту, после чего был заменен на Пьецу. Эльдорчик отметился отличной игрой и даже пауча вставал в одном из забитых мячей. Эльдарбек очень старался и боролся за каждый мяч, он застолбил место в стартовом составе и закрепился в качестве лидера Джиноа. Поздравляем Эльдора с победой и отличной игрой. Желаем ему забивать в каждом матче и прогрессировать как футболисту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки ради великого и легендарного Эльдора, а также не забывайте оставлять коммент. Спасибо за просмотр, всем пока, узбеки вы лучшие.